А к нам сегодня приехал замечательный Александр, который своими руками сделал этот прицеп. Да, Александр? Да. А как родилась идея вообще? Почему вы сделали сами его, а не купили какой-то готовый? Ну, посмотрел, что предлагается на рынке. В ценнике 40-50 рублей. 40-50 тысяч рублей. Прицеп, который меня не устраивали по своей конструкции. То есть это тонкие трубы. Соответственно, было принято решение сделать самому. Как бы руки есть. Вы сами варили, вы сами резали? Сам полностью, да, купил трубу 80/40, всю ее нарезал. То есть первоначально спроектировал это все на бумаге, как это у меня должно выглядеть. Сам резал, варил, красил. После этого... Слушай, сборка всего остального. Да, красивый получился прицепчик. Смотрю, обшили алюминиевым листом, да? Чечевицей. Да, да. Да, красиво получилось. Литые диски стоят. Ну, даже... диски от старой машины остались. Даже... А, нет, я думал, секретка там. Нет, секретки нет. Нет, секретки нет. Да. Обычные боты. Рессоры такие, газелевские, да, по-моему, это газелевская, да? Двухлистовая передняя рессора с кронштейнами специально. Кронштейна. Все как амортизаторы-то не решили ставить? Амортизаторы стоят. От классики взято. Угу. Смотри, новые все комплектующие. Да, здорово. Фары были поставлены, тоже взяты заимствованы от газели. Газелевские, да? Освещение номера даже предусмотрел, то есть все полностью. А где освещение номера? А, его, вот. Оно есть тоже, да? А, тоже есть, да, все отлично. А можно посмотреть, как он внутри выглядит? Вы можете открыть сзади? Да, конечно. Ага, тут смотри-ка, газовый этот. Здесь газовый упор, единственное, упор, да. Немножко нужно будет, поставил 280 ньютон-метров, нужно будет до 400 усилить. Помощнее не держит, да? Да, да. Ага, ну ничего. Просчитался. Так, а здесь у нас открывается борт. Вот так вот. Угу. Откидной бортик. Так, сварили рамку из трубы, по-моему, 20/40, да. Поставили, обшили ее. Покрасили, я смотрю, молотковой эмалью, да? Полностью покрашен молотковой эмалью. Пол обычная. Фанера. Снизу специальным битумным лаком пропитал, чтобы... Ага. А, тент просто на клепочке поставили. Заказ, делали на заказ, на клепке заклепал. Да, здесь тоже все. То есть каркас снимается, ставится из быстро, так сказать. Съемный. То есть съемный каркас, вот, да. Этот, да? Да. Теоретически сюда можно воткнуть любой каркас, любые трубки, и сделать выше. Чтобы он был не выше моей машины, чтобы не было этого лишнего завихрения, сопротивления, то есть возить меня чисто для стройки по дому. Какой размер получился у кузова? 3 на 1.5. 3 на 1.5 ровно, да, значит, да. И колесики у нас еще выходят, по бокам, колеса, да? Да. Ага, так, хорошо, отлично. Я смотрю, у вас сцепная головка стоит фирменная, это один из важных, да, важных элементов. Взято, да, новое, все как положено. Все штекер, 7-штырьковый, все как положено. Да, шикарный прицепчик. Александр приехал к нам для того, чтобы мы его посмотрели как специалисты, насколько он соответствует техническому регламенту. Если что-то, в чем-то есть несоответствие, мы ему подскажем, покажем, поставим какие-то фонари, нехватающие опорное колесо, воткнем, договорились, проверим все гайки, болты, какие стоят. Ну, а дальше... Подскажем ему, каким образом ему дальше нужно это. И можно сертифицировать, чтобы получить номера. Так, все, по-моему, все.